Пожарная сигнализация и эвакуация. Торговый центр «Юбилейный». Сегодня днем пришлось раньше времени покинуть 120 посетителям. Все из-за возгорания в одном из фитнес-центров. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Чуть раньше на несколько часов сигнализация сработала и в торговом центре «Карамель». Но при осмотре помещения выяснилось, что датчики сработали на фудкорте из-за подгорания пищи. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте! И прямо сейчас короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. В Иркутске в самом разгаре ремонт дорог. Работы ведутся на огромном количестве участков. Правда, от большого количества порой страдает и качество. Как и кто его проверяет, расскажем в программе. Не по правилам поданное заявление привело к тому, что сирота из Братска 17 лет находится в очереди на получение квартиры. Через несколько минут озвучим информацию о подобных проблемах в регионе и о том, каким будет финал истории братчанина. Ну а в финале выпуска вас ждет подборка необычных событий. Какое художественное мероприятие пройдет в выходные в Иркутске и зачем пенсионерка из Бийска взяла в руки палку, тряпку и ведро с белой краской, узнаете в рубрике «Повесточки». И теперь о событиях дня подробнее. Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей недалеко от Братска. По предварительной информации, 52-летний водитель Нивы при повороте не уступил ехавшей по встречной полосе иномарки. В результате 48-летняя женщина за рулем Тойоты погибла. Ее 25-летний пассажир госпитализирован. Именно выезд на встречку – наиболее опасный маневр на дороге. Именно она чаще всего приводит к смертельному исходу. В связи с высоким числом подобных ДТП в регионе сегодня и завтра в Иркутской области пройдет масштабное рейдовое мероприятие «Встречная полоса». В рамках профилактической акции инспекторы будут патрулировать самые перегруженные и популярные маршруты на территории Иркутска и Иркутского района. Кроме того, в рамках акции стартует пилотный проект по применению дронов для выявления подобных нарушений. Согласно данным статистики, с начала года в Прибайкалье произошло 193 дорожно-транспортных происшествия на полосах встречного движения. В 73 случаях водители и пассажиры получили травмы. Каждый 10-й случай закончился летальным исходом. Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд на встречку – это всегда опасный и рискованный маневр. Совершение обгона в тех местах, где он запрещен, недопустимо. Согласно статистике, в случае совершения аварии на встречке, вероятность получения тяжелых травм и летального исхода увеличивается в несколько раз. Зачастую жертвами таких ДТП становятся не только нарушители, но и совершенно случайные участники дорожного движения. Самыми распространенными причинами ДТП в Прибайкалье, как и в целом по стране, по оценкам сотрудников госавтоинспекции, помимо выезда на встречку остаются обгон, несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущества как другим автомобилистам, так и пешеходам. И пешеходы, и автомобилисты вынуждены ежедневно сталкиваться с некачественными дорогами. Отсутствие инфраструктуры, ужасное состояние полотна – это далеко не полный список проблем на магистралях областного центра. Все надежды на сезон ремонтов, оправдаются ли ожидания людей и какие участки нужно приводить в порядок уже сейчас, сегодня выяснял Олег Федоров. И в процессе погружения в тему наш корреспондент начал слагать рифмованные строчки. Что из этого получилось, увидите прямо сейчас. Откровенно сказать, плохие дороги. Напрягают иркутских автолюбителей многих. Например, улица Баррикад. Подвеска и колеса переживают ад. Тяжелый объект – Баумана улица. Водители едут, в лучшем случае хмурятся. В данный момент там асфальт меняют вновь. Который год земля его отторгает. Это не любовь. У многих автомобилистов и на железнодорожной сдают нервы. Вот эта яма сразу. Вот здесь я ее обозначил сейчас колесами. Администрация города Иркутска, примите меры, но... Разбивают и гробят машины на Мелентьево. Ловушки, как мины. Передвижение здесь – головная боль. Асфальтовое полотно поело моль. Приехали смотреть работу – ни одного живого контакта. 30 числа мы проверяем. Не сдаете, значит, соответственно, мы выходим в суд на всю сумму контракта. На Партизанской в районе Карамели даже дождевые реки обмелели. И не мудрено. Состояние дороги пробивает дно. Что происходит в Солнечном, на объездной? Рядом с тротуаром появился вдруг другой. Просьба обратить внимание администрации дорожной службы. Для чего сделано два тротуара? Вот один здесь, один идет вон там вдоль забора, вдоль стены. А, здесь подъезд в школе. Здесь с утра будут такие пробки собираться. Очень в Иркутске еще много того, что не назовешь дорогой.
а только лишь направлением. Но это мое особое мнение. Олег Федоров, Павел Рютин, Василий Заводский. Новости по будням. Проверяют сейчас в Иркутской области не только качество дорог, но и то, насколько ответственно наши земляки подходят к соблюдению масочного режима. Масштабные рейды, аналогичные прошлогодним, возобновились в Прибайкалье. Межведомственные ревизии проходят в торговых центрах, заведениях общепита и даже в общественном транспорте. Кстати, как выяснилось, именно в торговых центрах жители региона чаще всего не носят индивидуальные средства защиты. Теперь стоит быть более внимательным, ведь за отсутствие маски можно получить штраф, размер которого варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. В свою очередь, сама пандемия коронавируса продолжает оставаться в привычных нам статистических рамках. За последние сутки в регионе выявили 126 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии диагнозом COVID-19 был подтвержден более чем у 72 тысяч наших земляков. В связи с резко возросшим числом ежедневно выявляемых случаев коронавируса по всей стране вновь вводятся жесткие ограничительные меры. А где-то местные власти стремятся договориться с населением. Несколько примеров того, чем мотивируют людей вакцинироваться, представим прямо сейчас. Несмотря на то, что в России зарегистрировали 3 вакцины от коронавируса, по оценкам специалистов, к июню привилось лишь около 12% населения. На сегодня появилась уже масса предложений в разных регионах страны, которые должны замотивировать людей пройти иммунизацию. Так, например, на Чукотке тем, кому за 60, обещают единовременную выплату за сделанную прививку от коронавируса – 2000 рублей. А вот жители Хабаровского края за прохождение аналогичной процедуры могут рассчитывать на целый десяток куриных яиц. Москвичи в статусе 60+, за прививку до 1 июля получат подарочный сертификат на 1000 рублей для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе. А вот студенты столичных вузов МГУ, Высшей школы экономики и РАНХИКС, которые не прошли вакцинацию, допускаться к очному обучению не будут. Для них занятия будут проходить в формате удаленки. А если студенты добровольно поставят вакцину, то смогут рассчитывать на ваучеры, на обеды и бесплатное проживание в общежитии до 1 декабря 2021 года. А каждому преподавателю, поставившему вакцину, гарантирована премия в размере 15 тысяч рублей. Сработают ли все эти методы, покажет время. Олег Федоров, новости по будням. Самим решать свои проблемы зачастую приходится детям-сиротам, стоящим в очереди на получение жилья. Так, ключи от заветной квартиры один из жителей Братска ждет уже 17 лет. Почему так получилось и какие проблемы с предоставлением квадратных метров для этой незащищенной категории есть в регионе, расскажет Дарья Айвазова. Маленькая комната в общежитии площадью 16,5 квадратных метров – единственное жилье братчанина Дмитрия Корсакова. Вместе с ним в комнате ютятся его гражданская жена, приемная дочь-подросток и 4-летний сын. В свои 35 лет бывший воспитанник интерната для сирот с ограниченными возможностями здоровья так и не получил положенное ему по закону жилье. По сих пор ничего не дали. В других городах предлагают, я не соглашаюсь из-за того, что я не знаю, как там может получиться. Я не хочу на улице снова оказаться. Мне потому что приходилось и в подвалах жить, где я только не жил. На учет мужчину поставили еще в 1999 году. Однако в очередь сирота не попал. В Министерстве социальной защиты населения объяснили, что при достижении совершеннолетия мужчине надо было еще и подать заявление на получение квартиры. В итоге имя Дмитрия вернулось в реестр только в 2016 году. Сейчас он 1669 в очереди. Средний срок ожидания квартиры в регионе 6-7 лет, а в очереди находится более 10 тысяч человек. Наш регион занимает первое место в Сибири по количеству детей-сирот, нуждающихся в жилье. Причины, которые делают невозможно получить жилье, это длинная очередь и недостаточное финансирование с областного бюджета и с федерального. Удорожание стоимости квадратного метра, а также существующий дефицит, наверное. Такого жилья у нас же свои условия для такой категории. Это 33 квадратных метра плюс-минус 5 квадратов. Это однокомнатные квартиры, которые пользуются очень большим спросом. В последнее время в регионе пытаются ускорить процедуру получения жилья. Нововведение 2020 года – выплата на приобретение квадратных метров. Сирота сам подбирает квартиру и оформляет документы, а деньги из бюджета перечисляют напрямую продавцу. Однако получить такую помощь могут не все. Должен человек иметь постоянную официальную работу, человек должен иметь семью и несовершеннолетних детей. В данном случае вот эта мера соцподдержки на сегодняшний день составляет 1 662 000.
Еще одна проблема – медленный ввод жилья для сирот в эксплуатацию. Так, в Ленинском районе Иркутска дом на 240 квартир должны были сдать еще в 2018 году. Но уже третий год довести строительство до конца не получается. Зато сиротский долгострой в Шелихове, ввод в эксплуатацию которого также ждали с 2018 года, уже начинают заселять. Ключи от квартир в ближайшее время получат 117 сирот. Дарья Эйвазова, новости по будням. Не успевают покупать новые вещи своим растущим детям родители региона. Еще вчера эти кроссовки были впору, а сегодня уже маленькие. Но оказывается, что одежду, коляски и другие детские товары некоторые не продают, а дарят. Подробности в следующем материале. Для Анины Муфтахутдиновой этот день удался вдвойне. Во-первых, в Иркутск наконец-то пришло лето и можно погулять с детьми. Ну а во-вторых, именно сегодня девушке удалось решить проблему, с которой знакомы многие молодые семьи. Мы с ребенком спим вместе, и он упал недавно. Я начала искать кроватку, и одна девушка просто откликнулась, привезла нам кровать и безвозмездно. Игрушки, кроватки, как и одежду, из которой так быстро вырастают дети, многие родители готовы отдать безвозмездно. Но не всегда знают, кому именно нужна такая помощь. Решить эту проблему поможет акция «Доброе дело». Ее в регионе организовала молодая гвардия. Принять участие может каждый. Нужно принести ненужные детские вещи, конечно, в хорошем состоянии и чистые, в специально организованные приемные пункты. Мы все понимаем, что рождение ребенка – это очень затратное дело. Иркутское региональное отделение молодой гвардии открывает сбор помощи малышам в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске и Бодайбо. У нас много многодетных и активных семей и детей, которым помощь любая, которая сегодня будет сделана, она важна. Вот само внимание, само участие. И я считаю, что это вот очень хороший проект. Списки нуждающихся семей уже подготовили в соцзащите. Акция «Доброе дело» продлится до 8 июля, а все ее подробности можно найти в соцсетях по хэштегу «Есть решение помочь детям». Евгений Шой, Владимир Пинаев. Новости по будням. Поддержка психологическая сейчас особенно необходима выпускникам школ. Ведь они продолжают сдавать единые государственные экзамены. Сегодня одиннадцатиклассники сдавали биологию, а впереди еще информатика и устная часть иностранных языков. Уже известны результаты по нескольким дисциплинам, например, по географии, химии и литературе. И если с последними двумя предметами 10 ребят справились на отлично, получив 100 баллов, то ответить правильно на все вопросы по географии в Иркутской области не смог никто. Максимальный балл по данной дисциплине составил 92 балла. До 22 июня выпускники региона узнают результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку. В этом году это единственный обязательный экзамен для тех, кто планирует поступать в высшее учебное заведение. В целом же основной период сдачи экзаменов завершится 25 июня. А для выпускников одной из школ Иркутска ЕГЭ уже завершился, причем успешно. Экзамен по литературе девушка написала на 100 баллов. В Прибайкалье всего 7 одиннадцатиклассников добились такого результата, и тему продолжит Кристина Черкова. Сейчас Ксения Борисова может спокойно прогуляться рядом с родной школой. Уроки, домашняя работа, а самое главное – ЕГЭ позади. Ксения – одна из 7 учеников в Прибайкалье, кто сдал экзамен по литературе на 100 баллов. Не менее успешно девушка прошла русский язык, получив 92 балла. В среднем на подготовку к экзаменам у Ксении уходило по 3 часа в день, а в последний месяц и того больше. Поняла, что ЕГЭ – это на самом деле не самый важный этап в нашей жизни. Конечно, важный, но впереди еще столько много трудностей, поэтому ЕГЭ – это всего лишь мелкая часть из всего того, что меня может ждать впереди. И меня это успокаивало. Добавила нервов Ксении и другим выпускникам пандемия. Занятия онлайн, масочный режим на самом экзамене – то еще испытание. Тем не менее, к ЕГЭ большинство учеников, например, в 65-й школе Иркутска подошли во всеоружии. И удивительным образом результаты оказались выше, чем в предыдущие годы. Все проходит в штатном режиме. Что касаемо, повлияла ли пандемия? Ну, пандемия повлияла, я думаю, на всех нас, на определенные особенности и преподавания, и, скажем так, и проведения, в том числе экзаменов. На сегодняшний день мы тоже это видим. Но ничего, мы справляемся, то есть у нас все, я думаю, получается. Кстати, по словам директора, нынешние выпускники отдают свое предпочтение юриспруденции и медицине. Сама же Ксения окончательного решения, куда поступать, еще не приняла. Девушку интересует с одной стороны журналистика, а с другой – театр. Но время выбрать, с чем связать свою жизнь, еще есть. Прием документов в вузы в этом году продлится до 15 июля. Кристина Черкова, Виктор Черкашин. Новости по будням.
получат возможность продемонстрировать отличные результаты на льду хоккеисты. Финальная часть чемпионата мира по бенди все-таки состоится. Как и планировалось изначально, турнир пройдет в Иркутске уже в октябре. Напомним, состязание несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, а позднее Международная федерация бенди приняла решение и вовсе отменить первенство планеты. Однако сейчас удалось найти компромисс. После длительных переговоров представители Федерации хоккея с мячом с Всемирным антидопинговым агентством финальную часть турнира все-таки проведут. Свое участие уже подтвердили все 8 команд. Это сборные Германии, Швеции, Финляндии, Казахстана, Эстонии, США, Норвегии и России. Игры группы А пройдут в Ледовом дворце Байкал с 11 по 17 октября. А сразу после новостей спорта расскажем, за что дети и подростки региона могут получить возможность пролететь на воздушном шаре и какой попугай ездит по австралийским улицам. Золото и серебро Кубка всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия завоевали спортсмены из Прибайкалья. Золотую награду взяла иркутянка Надежда Колода, выступавшая в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Серебро в той же категории, но среди мужчин завоевал Артем Черноусов. После этого турнира иркутские спортсмены отправятся на Кубок мира в Хорватию, а затем Артем Черноусов выступит на Олимпийских играх в Токио. Иркутская женская футбольная команда «Байкал» со счетом 6-0 уступила футболисткам из Красноярского «Енисея» в 1-8 Кубка России. Пробить защиту и забить мяч в ворота соперницы иркутянкам удалось лишь на 57-й минуте матча, однако из-за офсайда гол отменили. После этого поражения футболистки «Байкала» закончили свое выступление на турнире. 4-й международный байкальский фестиваль конного спорта среди инвалидов пройдет в деревне Грановщина с 21 по 25 июня. Участие в мероприятии примут спортсмены из Забайкальского и Красноярского краев, Республики Бурятия, а также Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей. От нашего региона заявлено 30 конников. Дарья Эйвазова, новости по будням. Важное заявление. Одной площадкой для просмотра телеканала НТС стало больше. Теперь все пользователи интернета смогут увидеть программы «Новости по будням», «Дневник путешественника», «Особое мнение» и «Живой звук» в прямом эфире на видеохостинге Рутуб. А о других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Как часто вы совершаете необычные поступки, ну или становитесь их свидетелями? Думаю, редко, хотя именно такие события делают нашу жизнь интересной. Вот об этом сегодня и предлагаю поговорить. Стать свидетелями необычных творческих решений в ближайшие выходные смогут все жители и гости Иркутска. В областном центре на территории бульвара Гагарина пройдет фестиваль городского арта «Сода». Участники создадут малые архитектурные, скульптурные и флористические композиции. Все это станет подарком городу к 360-летию. Возраст не помеха для того, чтобы изменить свою жизнь. Это в ближайшее время докажут дети и подростки Прибайкалья. Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» проводит конкурс для всех жителей региона, кто не достиг 18 лет. Задача – опубликовать в соцсетях тексты, фотографии, видео или подкасты, посвященные экологичному образу жизни. Оценивать работы будет жюри из экологов, журналистов и специалистов по рекламе в соцсетях. Главный приз конкурса – полет на воздушном шаре. К тому же предусмотрены и другие подарки. Взяла проблему в свои руки. Пенсионерка из Бийска сама нарисовала дорожную зебру. Женщина попросту устала ждать, когда сотрудники ЖКХ выполнят свою работу на одной из улиц. Пенсионерка взяла палку, тряпку, ведро с белой краской и сама нанесла разметку. Правда, коммунальщики такой жест не оценили и уже заявили, что переделают зебру в соответствии с правилами. Но неожиданно за бабушку вступилась прокуратура. В ведомстве проводят проверку в отношении управления ЖКХ, которое не смогло своевременно нанести разметку. А вот в Австралии с дорогами иные проблемы. По ним в прицепе катают фигуру огромного какаду. Такой необычный перформанс сделал художник и скульптор Фарвадин Далери. Мужчина решил принять участие в параде огромных фигур животных, который проходит в Таунсвилле. Весь процесс создания попугая художник запечатлел на видео, а потом вывез куклу на улице. Правда, реакция людей оказалась неоднозначной. В одних такая картина вселяет ужас, а у других вызывает чувство гордости за страну. Встречайте каждый новый день в отличном настроении. Ну а мы подарим еще больше хороших новостей. Пока! Ну а сейчас еще ненадолго вернемся к теме пандемии коронавируса. Ведь сейчас она вновь стала главной темой для обсуждения. И речь не только о медицинских аспектах, но и о социальных. Именно на данную тему пройдет разговор в рамках информационно-аналитической программы Давида Азизова «Особое мнение». Гостем студии на этот раз станет историк и политолог Алексей Петров. Специалист расскажет, как пандемия коронавируса повлияла на настроение жителей Иркутской области и к каким последствиям могут привести принимаемые ответственными лицами ограничения. Помимо этого, Давид Азизов, как всегда, даст свою оценку главным событиям минувшей недели. Очередной выпуск программы «Особое мнение» смотрите в эту субботу, 19 июня, в 19:00 на телеканале НТС.
И на сегодня это все центральные события дня. Я прощаюсь с вами, но сам выпуск новостей по будням не заканчивается. Впереди вас ждет новая серия проекта 5 сибирских телекомпаний «Территория спасения». Кривая заболеваемости COVID-19 вновь поползла вверх. Эксперты говорят о третьей волне пандемии. В регионах вводятся ограничительные меры, отменяются мероприятия. Такой сценарий событий еще полтора года назад предвидел промышленник Олег Дерипаска. Именно поэтому по его инициативе в 7 городах Сибири и Урала были построены медицинские центры, специализирующиеся на лечении коронавируса. О сегодняшних буднях госпиталей расскажем далее. С момента открытия в декабре прошлого года центры помощи и спасения работают в режиме повышенной готовности. Медцентры, укомплектованные самым современным оборудованием, построены компанией «Русал» в Братске, Шелихове, Тайшете, Богучанах, Саяногорске, Ачинске и Краснотуринске. С момента открытия в них вылечили почти 4000 человек. Центры помощи и спасения не похожи на медучреждения в привычном понимании. Инфраструктура здесь продиктована особыми требованиями, ведь сюда везут самых тяжелых больных. Условия очень даже комфортные для врача и для пациента. Особенным плюсом являются боксы, отдельные входы в эти боксы. Одно из главных условий успешной работы – техническое оснащение. В боксах централизованная подача кислорода и масса датчиков. Показания каждого из них поступают на монитор постовой сестры. Это позволяет отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени. Здесь шикарные условия, то есть несравнимы с другими больницами. Все условия есть для пребывания, проживания. То есть я думаю, что пациентам вполне комфортно. Хорошо кормят, обстановка хорошая. Один бокс на троих человек, в боксе есть санузел, то есть... Все нормально. Помимо этого, все кровати с подъемными механизмами. Они незаменимы, если пациентов необходимо регулярно переворачивать. Все плюсы оснащения одного из медучреждений оценила Татьяна. Она поступила в Шелиховский центр из Иркутска в конце мая. История ее болезни похожа на сотни других. Думала, что грипп, занималась самолечением, но лучше не становилась. Замечательное место для больных, вот именно для борьбы вот с этой пандемией. Почему? Потому что все санитарные нормы абсолютно соблюдены. Все условия для пациентов созданы. Все, что положено по требованиям санпинов, все создано. И боксированные палаты. То есть пациенты не перемешиваются, нигде между собой не встречаются. Персонал ходит в защитных костюмах. Перекрестная инфекция исключена. Вся еда подается только в одноразовой посуде. Меню разнообразное. В каждой палате телевизор. В общем, сделано все, чтобы пациентам было максимально комфортно выздоравливать, а медикам – лечить. И все же, признаются доктора, они ждут с нетерпением тот день, когда поток пациентов сойдет на нет. Значит, вирус будет побежден. А пока они готовы к борьбе за жизнь. И в очередной раз напоминают о мерах безопасности. Носить маску и соблюдать социальную дистанцию. И о том, что получить иммунитет от ковид довольно просто. Вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлиниках города.